Мы прошли с вами практически от вокзала и до гостиницы Северной. И я понимаю, что привлекательность туристов вот только гостиница Северной. А мы хотим, чтобы туристы приехали в наш город, чтобы поставили какую-то здесь, помогли и бюджету, и внесли какой-то вклад в развитие города. Но этого не видно. И вот, смотрите, сана вывешена с Новым годом, и вот, значит, гостиница Северная. Все. Остальное все у нас во мраке.